Коо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 Я раньше играл с читами. Огромный лайк! Честного игрока. Хей, йоу, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня к вашему вниманию представляю самого настоящего читера. Я раньше играл с читами, сейчас я перестал, потому что я хочу и должен быть честным. Да. Не буду играть никогда с читами. Ребят, я его не заставлял это говорить, просто Денис мне сказал то, что он посмотрел мои видео, посмотрел мой читер-патруль и понял, что читерам быть плохо и читеров можно забанить. Поэтому Денис точно не читер. Да, я точно не читер, я вам это... Давайте почти проверим, кто из вас не читер, кто из вас честные игроки, поставьте лайк. Вот прямо сейчас, ребят, за этот контент, за это видео. И если вы не читер, обязательно влепите огромный лайк и подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Офигеть, Кент, откуда у тебя такие дорогие скины Керамбит Голд? Все эти скины я выбил на сайте Stand of Drop. Я буду там кейсы открывать. Хочешь АВМ Спорт или Керамбит Голд? Тогда тебе на Stand of Drop. Все эти другие скины уже ждут тебя. Прямо сейчас ты можешь открыть совершенно бесплатный кейс. Моментальные выводы скинов и приятные бонусы ждут тебя на Stand of Drop. Ссылка в описании. И да, кстати, если вы не читер, то, возможно, я прокачаю ваш инвентарь. Хоть это и не прокачка инвентаря, но я, ребята, решил Денису сделать небольшой подарочек. Мы откроем прямо сейчас 4 кейса, и все, что выпадет, Денис заберет себе. Откроем на моем аккаунте, потом я просто передам. Ну что, Денис, давай, открывай, поехали. Открываю. Давай, давай, хэштег Аркана, не читеров. Давай, давай. Да ну, поздравляю. Спасибо. Блин, если бы сотрек был бы вообще пуля. Так, ну что, открываем дальше. Что? У тебя еще 3 попыточки. Так. Ну слушай, легендарка уже неплохо. Это давай, открывай. Уже хорошо. И нам выпадает. Блин, прикинь, чего будет аркана. Нет. Эпик. Ну слушай, неплохо. У тебя такого эпика да, нету? Не у тебя же такого эпика раньше не было. Не было. Никогда. А, да, кстати, покажи свой инвентарь. Вот прямо сейчас подчинены проверка на инвентарь. Так, смотрим, инвентарь показываем. Читера. Сейчас. Инвентарь бывшего читера. Инвентарь бывшего поэтому читера. Банить его не надо. Вот видим. Блин, а сколько у тебя аркан? Я не вижу. У тебя одна аркана и две легендарки. Что выпадет? Надеемся на аркану. Да, пацаны. Или на нож. Как вы думаете, что выпадет бывшему читеру? Вау, тег 9! Обалдеть! Даже у меня его нету. Блин, слушай, красавчик, поздравляю. Мои поздравления. Сегодня мне очень везет. Давай, давай, ты сегодня просто самый везучий человек на планете Земля. И последний твой кейс. Последний мой кейс должно повезти. Давай, давай. Открываем, открываем. Открываем. Сетрек, сетрек. Сетрек, пожалуйста. Нет, это не сетрек. Но все равно неплохо. Ты рад? Да, очень рад. Чтобы, как обычно, не писали постанова галимая, я, ребята, посчитал, сколько все это стоит. И с учетом комиссии даже 172 голды я передаю Денису, бывшему читеру. И да, если вы, ребята, все поставите лайк, да, если вы все поставите лайки, подпишитесь на мой канал, то, возможно, именно вас я тоже прокачаю. Поэтому, ребята, ставим лайк, подписываемся. И самое главное, никогда не читерите. Ты читером не будешь больше никогда? Конечно. Я не буду никогда читером. Только честная игра. Пожелайте честного игрока. Ну а прямо сейчас мы, ребята, проверим, на что же способен читер без читов. Ты готов? Да, я готов. Я буду играть без читов. Играем до 5, только Б и Тёмка. Ну что же, понеслась жара. Ребята, пожалуйста, давайте поддержим Дениса, потому что он переживает. Давайте напишем хэштег «Денис, не волнуйся». Ну и что, погнали играть тогда. Да, ребята, если Денис будет подсматривать, потому что он мне говорил, что он будет стрим-снайпером. Ну знаете, бывшие привычки, все дела. Поэтому пишите, пожалуйста, тайм-коды в комментариях. Так, не подсматривай. Не подсматривай. Ты не смотришь? Нет, не смотрю. Ну, не смотри, не смотри. Точно не смотришь? Да. Ну ладно, а я смотрю. Так, все, поехали. Бэй, Тёмка. Ух ты, блин. Блин, если я проиграю бывшему читеру, это будет вообще хэштег позор. Но я не проиграю, поэтому не переживай. Так. Опа, попал! Да вы что? Ну ладно, да вы что? Сейчас. Хэштег батя зарешал. Тух-тух. Ну ладно, Денис, давай, ты не волнуйся, соберись. Просто Денис тоже играет неплохо. Он просто почти пришел, говорит, Кентуха, я волнуюсь. Сердце выпрыгивает, останови его. Ну, не сердце, останови его. А волнение останови. Да, останови волнение, Кентуха. Так, ну что? Сейчас будет приятный сюрприз для Дениса. Опа! Ты чё там стреляешь? Ты это на кого? Батон крошишь! Ай, такая...
Ладно, блин. Минус 19, потом... 19 хп снес. Ну вот ты пытался. Давайте нам даже небольшую фору, я пойду с диглом. Окей? Окей. Поэтому я чувствую, что в этом раунде Денис меня может спокойно затащить. Я иду просто с диглом и посмотрим, на что же я способен. Так, ты стрим-снайпер или мне показалось? Нет, я вебку смотрю. Точно вебку? Точно вебку. Ну, давай. Куда можно наверное? Продолжаем дальше. Почему? Ох ты, блин, чуть не убил меня. Ядрить, колотить, ну ты снайпер. Так, сейчас, пожалуйста, не успей. Фух, не успел. Все, больше таких поблажек не будет. А, изи раунд, ну да, я же был с диглом. Сейчас мы посмотрим, насколько будет изи. Сейчас ты узнаешь, что такое, когда кента пока злится. Сейчас мы, ребята, проучим этого бывшего читера. Не-не-не, я взял дробовик. А ты что взял? Я взял юнг. Ну ладно, я подсмотрел. Я не буду играть. Ох ты, блин! Ё-моё! Сколько хп? 77. Ну ладно, мог не говорить. Прострел кинда АПК. Так, ты подсмотрел. Не, я вебку только смотрю. Сколько у меня хп? Я не знаю, я не смотрю на хп. Да как? Ну почти добил. Ребята, Денис пытался, давайте поддержим. Денис, тащи хэштег. Вдруг сейчас будет камбэк, играем до 5. Поэтому, ребятки, но если вы хотите продолжение, давайте наберем, ну хотя бы 1000, так 8 лайков. Если наберем 8 лайков, я снимаю продолжение с Денисом. Еще какое-то видео прикольное сниму. Или можно снять дуэль Денис, например, читер против киберспортсмена. Как вам такое? Все, ребята, зависит только от вашей активности. Так, ну что, продолжаем. Ее почти попал. Так, пацаны, у меня есть очень хитрый план. У меня очень коварный хитрый план. Слушай. Я тогда запушу. А ты где? А ты где? Я иду. А как именно ты идешь? Я не через Тёмку иду. Не через Тёмку, окей. У кента, ну прям очень хитрый план. Самое главное, чтобы кое-кто не стрим-снайперил. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас подщенный будет хэштег нежданчик. Давай, кента ПК тащи! Кента ПК! Ну это было очень... Ладно, я понял, больше так делать не будем. Окей, это была плохая шутка, но я, по крайней мере, пытался. Не, все-таки я переоценил свои силы, все-таки Денис играет не, ну, прям не настолько плохо. Для того, чтобы меня на нож садить. Да. Так, ну что же, счет 3-2, пока что кента пока выигрывает. У нас 2 решающих раунда, если я выиграю их. Да ну! 3-3! Изи раунд просто. Забираю я. Это как было? Не, если я проиграю и тебе, я тупо всем проиграю. А всем проиграю. Давай последний раунд сделаем на ножах. Последний раунд на ножах? Ну, когда у кого-то будет 4. Ну, давай. Когда у кого-то будет 4, делаем раунд на ножах. Блин, пацаны! Ты там с бабочкой, да? Да, я с бабочкой. О, как надамажил. Ой, надамажил. У него мало хп. Лоу хп, отвечаю. Зуб даю, лоу хп. Так. Скорее всего, сейчас мы Дениса вот где-то тут увидим. Или тут. Так, ты стрим-снайперил? Или мне показалось? Нет, я не стрим-снайперил. Ну, чуть-чуть подсмотрел, да? Нет, чуть-чуть. Одним глазком, да? Я слышу! Я вижу! Маньяк! Вот это потно! Одна обойма с патроном осталась! Только не раз меня умоляю! Минус, кент! Да как так-то? Да ну блин! Я еще и тебе проиграю! Это фиаско! Просто полный фиаско для меня! Мы сделали раунд на ножах должны, да? Да, и сейчас еще будет один раунд на ножах! Ну как так? Ну блин, что я все проигрываю? Поддаемся кенту АПК на ножах! Как же меня бомбит! Давай Тёмка Б, да. Давай Тёмка Б на ножах, погнали. Давай, я тебя жду на. Давай. Иди сюда. Почти не надо тащить, хэштег Кен тащи, блин. Давай, иди сюда. Давай мне бабочку. Да, 4-4, фух. Последний решающий раунд. Ребят, мы играем до 5, чтобы видео не было сильно длинным. Но если вам нравится это длинное видео, то напишите об этом в комментариях. Ну, мало ли вам больше нравится дуэли до 8. Я специально поддался на ножах. Ой, поддался. Поддался, конечно, Денис, ты поддался. Мне ну, сейчас я тебе тоже поддамся. Сейчас я тебе тоже поддамся. Поражению...
расстраиваться. Чисто. Что? Все, это победа. Это Кента пока даже проиграл бывшему читеру. Кипец, я всем, кому можно, проиграл. Киберспортсмены. Это фиаско. Я тупо всем, кому можно, проиграл. Всем! Каждому, с кем дуэли, всем проиграю. Я хоть кого-то выиграю? Еще я и поддался на ножах. Ой, поддался! Ой. Я поддался. А давай до 8 сыграем. Боишься? Давай доиграем. Давай до 8, давай! Окей. Поддался. Давай до 8. Давай. Окей. Сейчас мы, ребята, увидим. Все, я играю на всю силу. Поехали, все. Денис меня разозлил не на шутку. Ему еще повезло так сильно, прострелил меня. Сейчас мы, ребята, покажем, на что способен Кента пока. Сейчас вы просто поймете, в чем сила, брат. Ух! Ух ты, блин. Один кот сыграл, да? Не, промахнулся. Минус 28 или нет? Ну, где-то так. Или минус 36. Это самый нормальный урон голову. О, у меня достался случайный этот. Фух, нормально, тащим, пацаны. Случайно достался, короче, пацаны. Так, сейчас он будет где-то тут, я так думаю. Не будет. Слушай, ты где? Да! О, нет! 5-5. Все, пацаны, играем до 8. Сейчас я проучу этого читера, чтобы знал, как это Кента пока поддаваться, да? Сейчас мы и посмотрим, давай. Играем до 8. Я поддавался, да. Давай. Я тоже поддамся сейчас. Никто такого не ожидал, но, ребята, будем играть до 8. Будем играть до 8, потому что Кента... Нуб. Поэтому будем играть до 8. Я больше манал с ним перестреливаться, еще 5 меня убьет. Больше я простреливать не хочу никого. Да. О нет, я тогда был в полете, и за 6-5. Такое я попал ему не в голову. Вы поняли, ну, да? Ну ладно, ну это поддавалось мне. Вот что бывает, когда злить Кента пока, да? Ну, злить Кента пока это плохо. Плохо? Больше не будешь меня злить? Конечно не буду. 6-5. Можно на ножах, если хочешь, еще сыграть. Да, давай, один раз. Хочешь? Да, давай. Ну давай, мне вообще без проблем. На ножах. На ножах. И потом последний раунд я тебя выигрываю с оружия, да? Ну, вот так вот. Опа! На ножах я побеждаю, да? Опа! Америка, Европа! Так, пацаны, за рубрику «Читер-патруль!» Бум! Ну я ж поди первый попал! 99 хп снес! Минус 99! Да но... как такие читеры везучие? Да, 6-6. Не, все, пацаны. Не, на это все, победа, все. Пацаны. Все, режим Халка включен. Я отвечаю, режим Халка просто включен. Сейчас вы узнаете, кто такой Кента пока. Кента пока, да, сейчас будете узнавать, фу, что Кент нуб. Ага. А что ты скажешь на это? Я понял. Так, пощены. На что? Блин, надо реально камбэчить. Так, пока. Так, ты где? Ты еще тут? О! Нежданчик. Ого, попал в голову. А! Да откуда ты сколько патронов? У меня было мало патронов. Да! Я не думал, что Кент будет заходить. 7-6, да! Кент побеждает, но мы сейчас, пацаны, соберемся, да? Капец, а я еще подавался в начале Денису. Я смотрю, он играет довольно-таки неплохо. Ну, ребята, как говорится, скилл не пропьешь. Но попытки были. А, шучу, не было. Так, все, поехали, 7-6. Не, почти больше я никого рашить не буду. Тут уже все по-серьезному. У нас битва не на жизнь, а на смерть. Вы понимаете, да? Тут максимально плотная каточка. Воу! Так и думал. Да! 8-6, да! Это победа. Надо было не брать раунды до 8. Поздравляю. Не, ну я же тоже тебе вначале поддавался. Да, в принципе, поддавался я. Короче, пацаны, вышло такое вот видео. Если вам оно понравилось, обязательно поставьте лайк. Лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Не, подожди, еще комментарии напишите. Если хотите продолжение с читером или киберспортсменом, хэштег го еще.